Сегодня у нас 5 июня. Мы проводим соревнования по подводной охоте. Организация, которая занимается Комитет спорта Ленинградской области, Федерация подводного спорта России. Сегодня мы здесь собрались, будем соревноваться, будем добиваться каких-то результатов. Ну что, ребят, сегодня очень будет интересное соревнование. Погода нам благоволит. И я вижу по присутствующимся людям, что сегодня будет очень много участников и очень интересная акватория. Сегодня могут себя все полностью раскрыть, потому что здесь глубины до 16 метров и тростниково-камышовая охота. Всем хочу пожелать удачи, ни хвоста, ни чешуи, и пусть победит сильнейший.